Ребята, всем привет! Сейчас хочу вам немножко рассказать о такой штуке, как Bluetooth стерео аудио ресивер. В общем, у меня уже есть одно видео, но оказалось, оно не очень подробное. Люди не поняли, как работает вот эта вот, собственно говоря, флешка аудиоприемник. То есть, ну, она похожа на флешку. То есть, грубо говоря, это такой же Bluetooth. Сейчас я вам покажу. Точно такой же Bluetooth, вот если у кого нету, да, то есть вставляется в компьютер, и у вас на компьютере есть Bluetooth. Вот для таких особенно компьютеров используется, в которых нет встроенного Bluetooth. Значит, эта флешка собой представляет аудиоприемник. С помощью его вы можете к вашим большим колонкам, которые у вас есть, совершенно без провода, вот, например, от ноутбука, это очень удобно, вот видите, никаких вообще проводов, от ноутбука можете передавать на колонки. Значит, вот этот штекер у меня идет, вот этот штекер от колонок, от моей Hi-Fi системы, которую я хочу подключить к ноутбуку. То есть сначала для проверки я включаю просто на ноутбуке, играет ноутбук, ставлю на паузу. В общем, для подключения этой флешки здесь, как вы видите, используется обычный USB разъем, который можно подключить как к ноутбуку, как какому-то компьютеру, но чаще всего для того, чтобы было очень выгодно ним и удобно пользоваться, используется какой-то блок питания. В данном случае у меня есть блок питания, который выдает 5 вольт, подключается он к розетке 220 вольт. Есть такие же аккумуляторы, то есть у него вставляется обычная батарейка, либо вот такая, либо еще есть один формат АА, батареек вставляется и тоже подключается. Это чтобы вы могли где-то с собой носить. В общем, так, подключается он просто вот так вот. Просто подключается к блоку питания и включается вот сюда. Вот здесь видно, синяя кнопочка горит. Я выключу фонарик. Вот здесь горит синяя кнопочка. Значит, на разъеме здесь тоже будет гореть синяя мигающая кнопочка. Последовательно мы подключаем штекер. Штекер мы подключаем. И сюда в 220. Вот, собственно, это включено все. Значит, для тех, у кого нету там, уже все заняты, розетки, есть такие штуки, как Bluetooth Hub называется. То есть это тройник для вот обычной, знаете, розетки, да, то есть это для USB разъема. То же самое делаем. Тоже не сильно удобно снимать. В общем, подключаем последовательно. Сначала в тройник, да. А этот тройник уже непосредственно сюда. Вот. Значит, что? У меня на компьютере выставлено уже автоматически. Тестируется на Windows 8. Значит, управляется оно параметры, панель управления, далее управление звуковыми устройствами, оборудование и звук, и вот мы видим управление звуковыми устройствами. Так, камера не очень фокусируется, но там достаточно видно и интуитивно понятно. Динамики стерео H163. Далее выбирается пункт по умолчанию. То есть никакие драйвера нам устанавливать не нужно, оно просто автоматически определяется как звуковое устройство. Ну и тут нажимаем, соответственно, ОК. Далее просто воспроизводим далее музыку. То есть уже не с динамика, а уже идет с колонок. Делаю громче. Здесь выключаю. Если я отключу, будет играть, по-моему, если я не ошибаюсь, с колонок. А нет. В общем, здесь, по-моему, надо переключать. Ну, в общем, не важно. Суть работы, я думаю, вам понятна. Очень удобная вещь. То есть не нужно вам какие-то провода таскать. Все передается по Bluetooth. Есть разные методы подключения, там аккумуляторы и так далее. О, да, вот видите, автоматически идет подключение. А
автоматически все подключается, очень удобно. В общем, заказывайте. Также можете заказать себе аккумулятор. Разные есть там методы, разные приспособления. В общем, спрашивайте, на все вопросы ваши отвечу. Всем, кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал, у нас много таких видеообзоров. И в следующем, будущем, точнее, мы планируем много еще записывать. Так что ждем ваши комментарии, идеи, лайк, ваши подписи на наш канал. Всем пока!